Скон вы приехали? Какой город в России? Рязань. Рязанская область, город Скопин, ФКУ ИК-3. Угу. Это лагерь для бывших сотрудников МВД, где сидят. Только военные находятся, да? Да, солдат ВВ, менты, прокуроры, ну, в общем, все структуры силовые. Угу. И вы там были за что? За что вы там были? Меня посадили в 99-м году за убийство. Ага. Дали 24 года лишения свободы. Угу. Раньше это 15 потолок был. Поменяли в 97-м. Уголовный кодекс стал до 25 лет. Путем сложения приговора до 30. Вот недавно 4 года. Угу. В 2002-м сидел на особом режиме. Совершил групповой побег. Где из 4 человек нас осталось? Двоих. Двое. Двоих в ШИЗО забили. Ну, я через 3 суток пришел в себя и до сих пор живой. Добавили 6 лет путем частичного сложения чистыми, получается где-то 4 года. Потом я первый раз сижу. Была поправка для первоходов. Мне заменили особый режим на строгий. Привезли сидеть вот в Рязань. В Рязань ИК-3 для бывших сотрудников. Это было в феврале 5-го года. В 6-м году меня отправили во Владимир. Как это называется? Скрытую тюрьму. Угу. В 9-м я тут вернулся опять в этот лагерь. И с 23-14 лет я просидел под крышей фуры, крытки и так далее, и тому подобное. И вот началась война. В лагеря начали ездить, агитировать на эту войну. И к нам приехали в июль, по-моему. Пригожин приехал. Минимальный возраст, который мы берем, возраст, это 22 года. Если моложе, бумажка от ближайших родственников, что они не против. Максимальный возраст, условно, это 50 лет, но если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тесты, смотрим, насколько крепок, физическая форма крайне необходима. Смотрим, насколько ты крепок, и тогда принимаем решение и берем. 25 августа. Он еще раз приезжал. И через пару дней нас забрали, 92 человека. Угу. Отправили в Рязань на аэродром, где я говорю, а тут на самолете до Ростова, там под Ростовом какой-то аэродром. Угу. Военный. На М как-то называется, не помню. Да, понимаю. И уже оттуда привезли в Луганск. Не сам Луганск, а в Луганскую область. Угу. Бывшая колония какая-то. Учебный центр. Вот там, сколько мы, 7 дней были, до 2 числа. А сидел в лагере, у меня телефон был. И я YouTube слушал. Здесь, где-то на Украине, есть русский легион, который выпускал ролики и призвал сюда приезжать людей.
русских. Ну и когда я сидел, я для себя решил, как сюда попаду, сдаться и перейти на сторону Украины, попасть в русский регион. 2 числа нас вывезли с учебного центра, привезли в населенный пункт, я не помню, как он называется, потому что темно было, уже стемнело. С машины быстро разгрузили, сразу загнали в дом всех, раскинули по комнату. А потом какое-то время собрали группу, 17 человек, собирать трупы. Я в эту группу попал. И в 3 с чем-то, около 4 часов утра, уже тоже темно было, подъехала маленькая машина, нас загрузили. И по, как это называть, называется. Как много ли трупов вы собирали? Очень. Первую ночь, по-моему, одного или двух нашли. Одного вытащили в пункт эвакуации. День отсиживались в траншеях от обстрелов и так далее. А на вторую ночь, когда собрались 5 человек выходить, нам сказали оружие с собой не брать, что у меня это как раз то, что подходило. Один нас будет с оружием сопровождать, а мы без оружия должны быть. Ну и я в эту же ночь ушел выше, в полосе, где позиции украинцев находились. И там сдался. Вот все. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут 2 гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех – это алкоголь, наркотики. В зоне боевых действий. Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех – это мародерка, включая сексуальные контакты с местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, там, с кем угодно. По-моему, никто и не думал, что война будет какая-то. А то вдруг война, все непонятно. И... Хотя ее у нас за войну не... правительство не считает, как они ее спецоперацией называют, что ли. Сейчас слово «война» там нельзя произносить. Можно получить срок. Отношение ваших солдат к нашим, ну вот, с уважением или с презрением? Мое лично? Нет, я говорю общее. Вот как большинство. Там разное. Разные, все разные. Но в принципе никто войны, мне кажется, не хотел. 90% или 80% даже не думал, что война будет. Ну, вспомните Советский Союз. Сколько лет вместе жили? Ну, это надо вспоминать тем, кто сюда пришел. Да. Я всегда это вспоминаю. А тут, если мне в 80-х годах сказать, что вот такое будет, я бы никогда не поверил тогда. По телевизору родно говорят, я совсем другое вижу. Вот у вас говорят, что наши города мирные бомбят, мирное население. Говорят по телевизору? Да. Что именно городские, жилые районы запускают ракеты. Да, да. Ну и как они это объясняют? Если честно, даже не понимаю. Там картинка одна. Какие? Валят на украинцев. А вот здесь мне говорят, что все наоборот.
Ну, в принципе, ты, если иметь интернет, то можно понять. Смотреть разную информацию, ты для себя поймешь, что к чему, что под что. Если Путин сколько раз говорил, не будет пенсионные повышения и так далее, сколько всякой ерунды говорил, но все это со временем было. Он же говорил, войны не будет. Вот прям перед, где это, вот что-нибудь будет, в Беларуси, что ли? По-моему. А тут неделю-две прошло, и, пожалуйста, война какая-то. А скажите, пожалуйста, много русских военных, у них есть умотивование до войны, до войны? Они хочу биться за Россию, чи не много? Как є? Как в твоем подразделении, как было? Ну там, мне осталось сидеть до 27-го года. Я бы мог там сидеть дальше, если бы вот ролики не увидел. Uh-huh. А большинство, у них, вот есть человек, у него 20 лет срок, он 5 отсидел. Вот как сказали, помиловку, все, в башке закрутилось, все. Он там в Чеченскую где-то воевал и так далее. Вот это я понимаю, он точно за помиловку. Но он одного не поймет, что он живым он этой помиловки не увидит. Или мертвый, или покалеченный. Вот через полгода надо будет смотреть. Это до конца февраля, если считать полгода. Вот посмотреть, кто, кому дадут помилование, кто живой будет. Я думаю, что никто не будет. Несколько вопросов. Все погибшие, тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании, родственникам или захоранивать там, где вы говорите. Всех захоранивают на аллеях героев в тех городах, где она есть. Кто не знает, где захоронить, хороним рядом с часовней ЧВК «Вагнер» в горячем ключе. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку дезертир, и после этого следует расстрел. У каждого в голове свое, каждому в голову не заметишь. А делиться с кем-то чем-то. То они пришли в тюрьмы, в лагерь, и вас взяли, да? Нормально? Сколько людей? Сколько людей? Со мной тогда 92. В учебном центре, с учебного центра, уехал 89, потому что один в больницу попал, ключицу сломал, второго куда-то увезли, и другого тоже на больницу увезли, что-то рак крови, что у него обнаружился, только не знаю, куда его, в больницу или не в больнице, или уже, или может уже закопали. А за что они были, за какие преступления они были в тюрьме? За разные. Кто за убийство, кто... Вы за убийство? Кто, используя служебное положение, брал взятки и так далее. Потому что много полковников было. Угу. В нашем лагере, например, сидят 4 генерала. Серьезно? Один захотел записаться, но ему его там отговорили. Блин, тебе туда не надо. И что они сказали, что вы будете свободны, как вы придете здесь? Ну, через полгода. Вот так как-то. По-моему, все. Да. Можно так передать моей жене, детям. МС, правда, не говорил. Потому что не мог сказать. Что я сразу хочу сказать? А что я живой. И то, что там говорят за украинцев, все это не то. Все это неправда. Потому что моя жена имеет украинские корни. Моя младшая сноха тоже имеет украинские корни.
меня дядька здесь живет, в Западной Украине. Сестра, дочь его, моя двоюродная сестра, во Львове. И вот как можно воевать с дядькой или с сестрой? Пусть объяснят людям, как можно со своими родственниками, может быть, знакомыми и так далее. В армии срочно, сколько украинцев там осидело, посидело, служило. 50% офицеры, прапорщики были. А вы сами из Рязани, да? Нет, я с Нижегородской области. Есть там город Березовский такой. У меня мать там живет. И я оттуда. Дети живут в Самаре, жена в Тульской области. Дети и внуки в Самаре. Они там у меня родились и там живут. Когда нас агитировали, я не сказал, что у меня родственники здесь. Я сказал, меня бы не взяли они. Был там человек, он, думаю, он тоже сюда перешел, потому что у него отец здесь живет. А он, у него в личном деле записано, это было. Его не взяли. Вот, вот и все. Спасибо. Вам спасибо.